творческий подход и любовь к своему делу – то, без чего невозможно представить образцовый коллектив. Теремок – театр народной песни, который сумел защитить это звание. Гармоничное сочетание музыки и актерского мастерства – вот главная отличительная черта. Мы берем сказки, мы берем басни, включаем в них на наши песни детские народные именно. И таким образом ребята занимаются и театральным мастерством, потому что им нужно рассказать, они читают по ролям, и в то же время исполнить, пропеть. Ну и самое главное, наверное, что в театре мы занимаемся хореографией. Теремок выступил с концертом перед членами экспертного жюри. Главная цель – защитить звание образцового коллектива. Среди экспертов Петр Сорокин, заслуженный артист России. Коллектив это удивительен тем, что здесь широко используются театрализованные формы освоения. И дети очень тонко эту природу игровую чувствуют. Самое вот удивительное, что это дети такие небольшие, в общем-то. Очень много малышей, детей среднего возраста. И репертуар подобран педагогами очень умело, очень такой ценный он для воспитания, для развития детей. Однозначно образцовый. 10 фольклорных постановок, двухчасовое погружение в сказочный мир. Члены жюри единодушно сошлись во мнении. Теремок – пример для многих. Сплоченность, упорный труд и любовь к фольклору делают коллектив таким успешным. Эмилия Аракелян, Дмитрий Потапкин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».